Ну вот, испытания жатки переделаны по такому обычно НИОСу, прошли в принципе успешно. Срез очень низкий, вот, как можно видеть, ну примерно до 50 сантиметров, но этого примерно с головой хватает для того, чтобы косить нашу. Даже говорят, самым первым качаном и то задор еще где-то 5-10 сантиметров запас среза есть. Скорость прекрасная, в принципе, глотает тоже хорошо. Но иногда там лето бывает, качан 2 задерживается. Но так, в принципе, то, что ожидалось. Потерь на поле, ну, может быть, жатки когда-то 1-2 качана выпадет. Но они мне, извините, не так, как в прошлом году собирали мы с 10 гектар, насобирали 3 тонны кукурузы, уже качанами перебили, потом дали еще 3 тонны. Слава Богу, хоть в этом году не придется опять собирать. Оно того стоит.